Всем доброго времени суток, у нас уже вечереет. Сегодня я решила заварить травяной чай для себя. Травы мы не покупаем в аптеке, все заготавливаем сами у себя в лесу. Напоминаем, мы живем в маленьком курортном городке Щучинск, это Боровое, речь идет о Казахстане. Я взяла веточки засушенной облепихи, она у нас растет в изобилии вокруг озер. Букетик зверобоя, листочек мачемачехи, соцветия тысячелистника и пучок чабреца для аромата. Такой чай имеет ценность для здоровья. Травы заготавливаем в определенный период вдали от автомобильных дорог. Мы выезжаем всей семьей на такие мероприятия. Собирать лечебные травы меня научила еще моя бабушка. Это бесплатное лекарство для семьи. Чай получился ароматным, с горчинкой, как и положено для травы. Я люблю свой город, его природу. Это идеальное место для проживания. Спокойная жизнь, свежий воздух, сосновый лес, голубые озера. Недавно вышел новый закон, что за незаконный сбор трав и добычу березового сока будут штрафовать. Напишите, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Интересно узнать ваше мнение. Ну что же, а мы законопослушные граждане. Будем теперь покупать специальные лесные билеты, чтобы нам разрешили собирать траву. Посмотрите, какая красота! Это озеро Щучье в окружении соснового бора. Здесь в изобилии растут лечебные травы. Отдыхающие говорят, что 2 недели пребывания у нас дают им сил и здоровья на весь год. Всем до свидания и спасибо за просмотр. Не болейте!